работу опоздал каждый пятый. Почему Барнаул сегодня встал в семибальных пробках? Глубокие раны и сильный стресс. Маленькую девочку серьезно искусала собака. От опытов с жидким азотом до навыков вождения в край стартовал детский технический марафон. Наши новости начинают свою работу в эфире в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте. Сегодняшнее утро в Барнауле началось с 7-бальных пробок, из-за чего многие горожане опоздали на работу. Дороги были загружены с 7 утра в течение нескольких часов. На главном проспекте Ленинском транспортный поток двигался со скоростью не более 3 км в час. Чуть быстрее машины передвигались на пересечении Эмилии Алексеева и Малахова. Кстати, основной дорожный затор образовался из-за того, что в районе Нового рынка рано утром сломался троллейбус. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко назначил экс-главу региона Александра Карлина сенатором от исполнительной власти. Указ датирован сегодняшним днем и размещен на официальном сайте региона. Срок пребывания Карлина на посту сенатора продлится тот же период времени, что и срок пребывания губернатора, именно 5 лет. К слову, Александр Карлин сменил на посту Михаила Щетинина, которого в свое время назначил сенатором в Совет Федерации. Более 20 заявок на пуск отопления подали социальные учреждения Барнаула в мэрию города. Среди них перинатальный центр «Дар», несколько детских садов, больницы, поликлиник. Как сообщили в Барнаульском комитете по энергоресурсам и газификации, в краевой столице начать подачу тепла планируют 19 сентября. Напомним, ранее, согласно постановлению правительства, отопительный сезон стартовал при среднесуточной температуре не более плюс 8 градусов. Теперь же подать отопление могут раньше или позже назначенного срока, если того потребуют владельцы квартиры. Запуск отопления в краевой столице продлится в течение 2 недель. При этом первым делом тепло пустят в школы, детские сады, больницы и дома престарелых. Отметим, по словам губернатора, районы края к приближению холодов готовы. Проблемы испытывает лишь Камень-на-Оби, где 5 сентября из-за нехватки угля объявили режим ЧС. В Барнауле 7-летнюю девочку серьезно искусала соседская собака. Через несколько дней после инцидента началось заражение, и девочку госпитализировали. Подробности далее. Бинты, уколы, перевязки и визиты к психиатру. Маленькая Диана вот уже 3 недели приходит в себя после встречи с соседским псом, немецкой овчаркой. Он напал на девочку в конце августа, и занятия в 1-м классе пришлось отложить. Школьную парту на время заменила больничная койка. У девочки 4 глубокие раны, которые загноились, пошла инфекция. Ни одна мать этого не выдержит. Я иду с ними вот одна, и вот думаешь, вылетит она в эту калитку сейчас или не вылетит. Это секунды, это было вот как стрела, она вылетает, сшибает и творит. По словам мамы девочки, ни извинений, ни предложения помощи от владельцев собаки не поступало. Вот она злосчастная, эта калитка, из которой она вылетела вот так вот, и вот здесь вот это произошло. А почему она не на привязи была? Потому что она во дворе у себя была. Но она выскочила. Люди открыли, дети открыли дверь, поэтому она и выскочила. В первую же минуту побежали туда с извинениями, с вопросом урегулирования инцидента. Ну а собака-то где сейчас? Изолированная. Кстати, этот же пес год назад покусал мужчину. Местные жители говорят, что овчарка держит в страхе всю улицу. Взрослые и дети боятся лишний раз выходить из дома. Люди просят помощи от надзорных органов. Окажут ли ее в вечернем выпуске? Валентина Аскерова, Николай Шелко. Наши новости. Барнаульцев приглашают на бесплатную диагностику заболеваний головы и шеи. Желающих обследоваться ждут в онкологическом диспансере «Надежда». Специалисты там ведут прием по пятницу включительно. Проверить состояние здоровья можно с 8 утра до 15 часов дня. Правда, пациентам предварительно нужно записаться по телефону 502-909 и не забыть взять с собой паспорт, полис и СНИЛС. Как поясняют в Минздраве края, результаты скрининга выдадут в день обследования. При необходимости пациентов направят на дополнительную диагностику. Алтайских школьников научат конструировать роботов и осваивать 3D-сканер. В селе Курья сегодня начал работу большой технический марафон «Техностарт». Он продлится 2 дня. В программе мероприятия мастер-классы по робототехнике, деревообработке и опыты с жидким азотом. Также все желающие смогут попробовать запустить в небо модель самолета и обучиться основам навыка вождения автомобиля. Добавим, марафон приурочен к столетию системы дополнительного образования в России, ко дню оружейника. Принять участие в мероприятии могут не только учащиеся, но и преподаватели школ. И в завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды – компания «Эвалар».
Если повышен холестерин и вы ищете замену вашему обычному лекарству, Атероклифит – натуральное лекарство для снижения холестерина. Атероклифит – фитотерапия от Эвалар. Почувствуйте разницу. Эвалар – выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. На большей территории края сухая, но пока довольно прохладная погода. В Барнауле днем ясный, около 12 градусов тепла. Ветер юго-западный слабый. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле 722-440. Полная картина дня в нашем вечернем выпуске. До встречи.